прославились первыми поддельными купюрами номиналом в 2000 рублей. В Ульяновской области обнаружены новенькие, красивые фальшивки. Ксения Грищенко о хорошей работе экспертов-криминалистов и ОБЭП. Центр города, Министерство внутренних дел. В этих стенах работы всегда хоть отбавляй. Эксперт под микроскопом по долям миллиметров изучает фальшивку. Нашей съемочной группе шутя демонстрирует необычную коллекцию. Это вот купюра за, чисто за 19-й год. Это вот модификация 10-го года. Так, доллары надо, нет? Давайте. Валюта или рубли – все российское. Среди стопок в этом отделе можно найти что угодно. Самые современные и самые сложные варианты. Сейчас 2000-е купюры не совсем хорошего качества. Скорее всего, фальшиманечки пока еще не поднаторили, как с 5000-ми. В Ульяновской области она первая и по России первая, потому что она оставлена была на федеральном учете. Это один вид купюры. Изготовленный, скажем так, проще говоря, на струйном принтере. Имитации элементов защиты здесь практически никаких. Зато последующие вполне ничего, констатирует эксперт. В среднем за месяц в отделение поступает до 25 фальшивок. Так, последнюю 2000-ю обнаружили на днях в Димитровграде. О раскрытии таких дел рассказывает сотрудник Управления экономической безопасности. В 2018 году в суд направлено 6 уголовных дел в отношении 6 лиц, жителей Ульяновской области, совершивших сбыт и поддельных денежных купюр на территории региона, которые осуждены судами, в том числе к реальному лишению свободы. Полицейские напоминают, деньги любят внимательных людей. Если вам попалась в руки купюра сомнительная, срочно сообщайте в полицию. Ксения Грищенко, Герман Баранов, Вести, Ульяновск.